Всем добрый день. Сегодня хочу представить вашему вниманию и предложить к приобретению мотоцикл Ява 638 00 1987 года выпуска. Мотоцикл с пробегом 17142 километра. Спидометр, кстати, работает, и скорость, и счетчик идет. Проверял. Тахометр тоже работает. Вообще по электрике все работает. Так, что еще про него рассказать? Мотоцикл на родной резине. Барум. Где тут надпись-то? Вот надпись Барум. Даже на родных камерах. За этот пробег никто их не успел измусолить. Задняя покрышечка также оригинальная. Конечно, для 17 тысяч она уже потертая. Но, тем не менее, родная еще, без трещин. Чехол сиденья также родной. Сиденье не перешитое. Родная, оригинальная. Это шкурка на сиденье. В двигатель никто никогда не лазил. Никто его не разбирал. Даже не меняли цепь. Ну, соответственно, цепь бремчит. Сейчас заведу, продемонстрирую. Также двигатель сам по себе не разбирался, не половинился. Но по болтикам постараюсь показать. Вот. Так, бирочка. 638. Мотоцикл с документами, но документы, к сожалению, на покойника. Соответственно, перерегистрация в таких общепринятых моментах не получится. ПТС, СТС, госномер на мотоцикл есть. Так, продемонстрирую, как он работает. Так, кран открытый. Заводится очень хорошо. Ну, звук, конечно, вот этой двухрядной цепи моторной. Прям вот. Она колотит об крышку. Смотрел на этот мотоцикл, запчастей продают больше, чем на Минск, Восход, Иж, полным-полно, любого качества, поршня, цепи, ну, правда, на все разброс цен, цепи, ну, вот моторную цепь, я ее, как бы, думаю, наверное, поменять надо, естественно, никому не нравится, что он так трещит, вот, ну, объявление в Авито разместил. Может, кто-то захочет купить и сделать все так, как ему нравится. Купить цепь такую, какую ему нравится. Я посмотрел разброс цен от 1500 до 5000. 5000 идет как бы оригинал, 1500 это кировская цепь. Ну, самая дешевая. Также с поршнями, там прям Китай, Алмет, всякие. Вот. Ну, одним словом, вот такой мотоцикл. Сделать из него конфетку, да, в принципе, без проблем. Все, я говорю, я так почему-то был удивлен, что можно набрать абсолютно все. Даже на Озоне продают все. Уж не говоря о Авито, там есть такие продавцы, которые просто занимаются очень плотно.
запчастями на Яву, все в наличии, отправляют. Как бы я даже себе накидал все моментики, какие мне вот интересны были. Я бы хотел дуги на него поставить, ручки. Эти ручки кто-то какой-то масляной краской измазал. Я бы, конечно, просто купил новые. И также, вот, как я говорю, к этому пробегу уже наверняка же надо поменять и поршня, отдать цилиндр в росточку, в конинговку, и поменять поршня, естественно, цепь. Ну, это вот как бы я сделал. Да, как говорится, каждый делает под себя и для себя. Вот. Ну, одним словом, вот такое предложение. Кому это интересно, кого это заинтересовало, мой телефон в описании под роликом. В закрепленном комментарии будет ссылка на объявление в Авито. Мотоцикл размещен в Авито. Кому интересно, звоните. Отправлю куда угодно. Удобной для вас транспортной компании. На этом все. Всем пока. Всех с наступающим Новым годом. Удачных всем мотоприобретений в новом году.